Всем привет, подписчики канала «Железнодорожное путешествие». У нас тут срочная новость. Инцидент в Киеве. На Борщаговке сошел с рельс трамвай. Первый, третий, не знаю. Сказали, что львовский, то бишь электрон. Вон, мы видим, куча пес стоит. Уже общался с водителем. Говорит, полтора часа, как они, в принципе, должны быть уже дома. То есть... Говорит, такой в шутку сказал, с радостью вас отсюда увезли-то не можем. То есть, как видите, все трамваи застряли. Где-то на конечной, это Михайловская Борщаговка, сошел с рельс электрон. Сейчас направимся туда. В обратную сторону ни один трамвай с Борщаговки не едет. А тут метро нет, отсюда я не знаю, где выберусь. Называется «Съездил за картой захвата». Еще немного будем на коне. А вот экран. Все, уже вижу. Уже ставят на место. Близко подходить не будем, ремонтная работа, то все дела. Ну вот он, сломанный электрон. И хорошо видно. Трамвай сошел с рельс. Вот в чем проблема. Электрон сошел с рельс. Его ремонтируют. Ставят на рельс это. А вы, водитель сказал, что утром была сегодня такая фигня. Ждали полтора часа. И вот сейчас. Весело мы живем. Вот в чем причина остановки. Начинается самое интересное. Надо будет его ставить на рельсы. Вот сейчас это увидим. Так. Этот экран. Я уже где-то под трамваем фиксировался. Нормально.
два КамАЗа. Не, не КамАЗа, не МАЗ, скорее всего. Как будет поднимать вот этот первый трамвай? Это электрон львовский. Походу будет поднимать. Они подняли первый вагон, ну, первый часть вагона. Стекло, говорят, лопнуло. Верят, потому что открытое. Возникли проблемы. Будут опускать, потому что стекло треснуло, скорее всего. Hey, Mike!
Сказали. Трамвай стал на рельсы. Утром тоже, говорят, водители электронца так застрял, упал с рельс, ну, сошел с рельс. И тоже полтора часа возюкались, поднимали его. Интересно, будет посадка у него или нужно будет взять следующий? Трамвай поставили на рельсы, наверное, сейчас он сможет поехать. А может не сможет, там есть какие-то проблемы с дверью. Возможно, треснуло стекло, когда поднимали. Как я слышал по звукам работников. Запитался. О, депо. Неудивительно. Он пострадал не слабо. Видно, они по конкуренции не подходят, либо они сами не приспособлены под работу такие. Но сходу у них очень часто именно электроны не пестят. Поехал. Наш страдалец остановился. А, понемногу, понемногу. О. А, вон трещина на стекле, видно уже. Это не трещина? Нет, это не трещина. Трогается.
приехал. Он бедный страдалец. 81 номер. Нет, трамвай хороший, дизайн красивый. Но сходят средства нерегулярно.